ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В пятницу в Самарской области облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег и дождь. Температура воздуха днем плюс 1, плюс 3 градуса, ночью минус 1, плюс 1. Ветер западный, юго-западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани солнце проглянет сквозь облака, днем плюс 4, ночью 0 градусов. Юго-западный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, небольшой снег и дождь. Температура воздуха днем плюс 2 градуса, ночью плюс 1. Ветер западный 4 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, утром возможен небольшой снег. Днем плюс 2, ночью нулевая температура. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.